отстреливать. Я другого не выкину. Я не вижу другого. Буквально через 3-4 дня, как они вышли с Херсона, начались обстрелы. А последние 3 дня сильные обстрелы. Много погибших, пострадавших по центру города, по жилым домам, ну, по всем. Позавчора був артобстріл нашого будинку, згоріло 4 квартири, побило вікна, ну, неможливо там знаходитись, немає світла, води, тепла. Тому виїжджаємо до брата в Київ. Где-то дня 3-4 не было никаких ни обстрелов, ничего. А потом вот начался просто вот такой вот круглосуточный, как это называется, кошмарить. Они просто начали нас кошмарить, бить хаотично. Нет никаких ни целей, ни военных объектов, ничего, ни инфраструктуры, как говорится. Ничего, просто по жилым кварталам.